Видите, серия мощных ударов и форхенд, и бэкхенд в конечном итоге вынудили раврэхенд. Ну и вот такой вот очень мягкий ответ. Открыт весь корт. Ну, казалось бы, ничего деваться некуда. Из середины корта. На хавкорт ответил равнечистым концом ракетки. Попал по мячу, а вот последний уже против хода сыграл здорово. Ну что ж, под форхенд и обратный кросс принес очко. Очень важный двойной геймбол. Классно.